Журналист не просто профессия, это призвание. Среди множества специальностей журналистика для людей неравнодушных, готовых принять на себя ответственность. В канун Дня российской печати глава района и его заместители поздравили журналистов района и всех, кто причастен к выпуску печатных СМИ, с их профессиональным праздником. Я благодарю вас, что вы ту работу, которую я со своей командой проделал, с Андреем Владимировичем, вы доводите до населения. Еще раз повторю, вы доводите объективно и правдиво. Огромное вам спасибо. Вас всех, дорогие мои коллеги, уважаемые мои коллеги, с наступающим праздником. Крепости вам, здоровья, вашим семьям всего самого хорошего. Средства массовой информации являются связующим звеном между органами власти и населением. Много лет газета «Призыв» в своих материалах и публикациях отражает события, из которых складывается история района, создается летопись современной жизни нашей малой родины. С профессиональным праздником сотрудников газеты «Призыв», телерадиокомпании «Крымский экран», а также юных журналистов «Фабрика звезд» и ведущих детской передачи «Ступеньки» поздравил и депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Кравченко. Здоровая аргументированная критика в адрес кого угодно, любых органов власти, должна быть присуща любому изданию, любому средству массовой информации, любому телевидению и так далее. Ну, здоровая и правдивая. Власть на это реагирует нормально. Она это воспринимает нормально, делает выводы, работает, сотрудничает, исправляет ситуацию. Сегодня, по словам руководителя муниципалитета, люди доверяют только тем изданиям и телекомпаниям, сотрудники которых подают материалы объективно, с учетом всех точек зрения. Главная цель журналистики не только обозначить проблему, но и указать пути решения. Наши граждане не всегда знают, что на родной улице у него делается, а что уж там на соседей происходит, они понятия не имеют. А вы эту информацию им даете. И это способствует тому, чтобы граждане в целом понимали, что жизнь-то у нас идет, что район-то у нас развивается. В неформальной обстановке собравшиеся обсудили социально-экономическое развитие Крымского района и планы на 2018 год. В завершении встречи журналистам вручили благодарственные письма за высокий профессионализм, добросовестный труд, нестандартный подход к работе и активное участие в общественной жизни муниципалитета.